19 июня в Дашковой песочне в Черезовском пруду появился необычный арт-объект. Он сделан в виде лица, которое видно из воды. Создается ощущение, что человек плавает на спине в пруду. Такой летний отдых. Правда, арт-объект вызвал неоднозначные реакции у горожан. Одни хвалили плавающее лицо на воде, другие недоумевали, что за странная конструкция появилась в пруду. Третьи предлагали установить другую скульптуру. Может быть, какой-нибудь лебедя или что-то такое. Красиво. Да, мне нравится очень. Как-то все необычно так, неординарно. Я не понимаю. Ну, плавает хорошо. Может, рыбу ловит она. Пока горожане спорили о назначении и красоте арт-объекта, организация, которая благоустраивает данную территорию, приняла решение, что автор должен убрать скульптуру из пруда. Установка такого необычного плавающего арт-объекта не была согласована. Сам скульптор пожелал остаться анонимным. Олеся Котровская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».